сюда! Начальник тебя ждет! Чувствую запах линдвурмов. Ага, ну и бой. Хватит тут околачиваться, звони давай! Вы здесь? И как раз вовремя! Говори. Древо очень сильно разрослось. И? И оно растет слишком бурно. Ветви столь тяжелы, что вот-вот рухнут. А это может плачевно кончиться для всех 9 миров. Я не садовник. А я-то и не догадался. Нет, я не жду от вас демонстрации подобных навыков. Я лишь прошу вас поискать оленей времен года. Обычно это они общипывают лишнюю поросль. Увы, пакостник решил, что это будет забавно подбить спесивца, выпустить их. Если вдруг вам повстречаются эти олени, я буду крайне признателен, если вы вернете их сюда. Я бы отправил за ними одну из призрачных белок, но они никак не оторвутся от своего корма. Их можно понять, это самая вкусная еда во всех 9 мирах. Мы видели оленей. Отлично, тогда возьмите корм. Найдете оленя, угостите его, чтобы успокоить. А затем один из моих призраков приведет его сюда. Только сами корм не ешьте. Не буду. Пакостник сказал, я их не выпущу, потому что я трусливый цыпленок. Но во мне нет ничего цыплячьего, так что у меня не было выбора. Ну, конечно, разве ты мог иначе? Эта безобидная шутка обернулась кошмаром. Из-за Фимблвинтера олени не могут вернуться домой, и только боги знают, куда они забрели. Оно того стоило! Ну как, получилось найти линдвурмов? Мы встретили другую твою эмоциональную проекцию. Дерганая такая, даже не представилась. А, наверное, невротик. О нет, почему вы говорите обо мне? Что я сделал? Каким дерьмом они тебя поливали? Ужас! Что? О нет, о нет! Не было такого. Постыдись, пакостник. Это точно? Да, невротик, в нашей беседе не было ничего оскорбительного. Я едва успел представить тебя нашим друзьям. А, люди! Ну, как-то так. Как ты просил? До новых встреч. Какие буйные ребята! Обратно в кратер. Мы кое-что не закончили. Биргер все еще на враждебной территории. Биргера так и нет. Надо спешить. Что там еще? Тот беспокойный дух еще о многом может поведать нам. И еще кое-что. Сейдер до сих пор в кратере. Надо их упокоить. Хорошо.
Да-да, дома еды еще больше. Пойдем. Надо признаться, это приятное дело — помогать оленям вернуться домой. На миг я испугался, что нам придется их убить. Да. Если бы он на нас напал, ты бы его убил, да? Да. Не перебраться. Huh?
Где мои песочные часы? Еще один кристалл для пруда. Воды веет свежестью. Правда. Засунем туда паренька. А? Надо сказать, от тебя идет запашок. Неправда. Неправда ведь, да? Это естественно. Отец! Thank you.
Волшебные? Странноватые. Как думаешь, что нам с ними сделать? Не знаю. Может, если прийти ночью, в них что-то изменится? Осторожно! Сверху! Thank you.
Здесь дракон! На нас летит дракон! Сзади! Он уходит!
Как нам попасть к Биргену? Через ущелье не перебраться. Тогда поищем другой путь. Стойте! Сюда! Ты помнишь день своей смерти? Все как в тумане. Я помню, что я волновался. Эту брошь я хотел подарить своей любимой. Прошу, помогите. Помогите мне. Верните мне память. Тогда я расскажу. Расскажу вам о том дне. Твои останки, где они? Я был в дозоре, в долине. Затем земля содрогнулась. На меня рухнула колонна. Я хотел отпрыгнуть. Видимо, не успел. Снова дух, потерявший покой из-за асов. Один, видно, сильно разозлился, когда Фрея бросила его. Одина ничего бы не остановила. Поэтому он послал сюда Тора. А что Фей? Бросила вызов Тору? Или Одину? Кто знает. Но мы это выясним, брат. Никаких сомнений. Такая замерзшая молния была в Мидгарде. Но я здесь никогда не был. Интересно. С этой тушей что-то не так. Драконы не оставляют таких отметин. Мы видели такие метки в Вилундерских рудниках, помнишь? Здесь затаился пожиратель душ. Я слышу зверей. Они боятся. Да. Давай поищем другие тела. Пожиратели душ прячутся на виду. Боюсь, пока на небе солнце, здесь нам не пройти.
Еще туша. Это знак, что мы на верном пути. Мы близко. В тот раз мне сперва показалось, что это просто камни. На нас летит дракон! Сзади! Берегись! Очистили немного землю от этой гадкой поросли. Наверху алтарь. Достанем до него, сможем сменить время суток. Молния, берегись! Будьте начеку. Да. Некоторые камни не просто камни. Приготовьтесь. Сзади!
гнев не оглушен! Надо бить! Вот и все. Может, теперь жизнь в долине вновь расцветет? Уверен, Андвари будет рад, что мы убили еще одного. Андвари, гном, спрятавший душу в кольце? Он самый. Это он создал пожирателей душ. А что в итоге стало с этим назойливым шельмецом? Я одолжил его Синдри, и тот его потерял. Ага, потерял. Обычно таких слабых мест три. Надо поискать. Где-то должно быть еще.
Этот кристалл стоит окунуть в пруд, а? Немало у тебя кристалл. Может, сходим к пруду? Еще одно сборище, Сейдер. И знаешь, что надо сделать, брат. Освободи их. Фурьер-пуа. Этот барьер Сейдер не даст нам пройти. Дереве прибавится жильцов. Что тебе нужно, дух? Мне этот свиток. Мне нужно было доставить послание. Асы и Тор. Ну же, вспоминай. Надо доставить послание. Это важно. Командир ждет моего ответа. Ждет он уже немало. Скажи нам, что последнее ты помнишь? Перед глазами красная пелена. Ярость. Каса. И еще алые деревья. Прошу, помогите мне вернуть память, и я расскажу вам все о том дне. Тор хотел сразиться с воинами ванов. В этой долине ваны бились с асами? Да, и эту битву ваны проиграли. И как это побоище связано с замерзшей молнией? Есть лишь один способ узнать, брат. Надо искать дальше. Мое послание. Вы нашли его?
Можно передвинуть солнце и луну. Раньше тут было лучше. Нашел, что кинуть в очищающий пруд? Любовь. Чего? Загадка. Больше убавляешь, больше становится. Любовь. Ты вообще хоть раз заводил нормальную интрижку, Мимир? Ну это ж просто чушь. Согласен. Ах да. Я не стану слушать поучения касательно отношений от таких, как вы. Больше убавляешь, больше прибавляется. Дракон! Отступает! Вот твой свиток, дух. И я снова едина. Теперь я могу доставить послание. Твой командир давно мертв. А, конечно. Один послал Тора захватить долину. Но, видимо, уже поздно. Ничего, мы разберемся с Асами. Теперь расскажи, что знаешь о том дне. Я помню, как зашла в бражный зал и увидела Тора. Ты знаешь, что он там делал? Поговаривали, что он ищет заставу ванов. Я не хотела нарываться и сразу ушла. Больше я его не видела. Но, может, были и другие очевидцы. Не хотел ли Тор встретиться с кем-то в бражном зале? О, думаешь, Тор встречался там с мамой? Фэй никогда со мной не пила.
И с ним не стало бы. Нельзя до конца познать душу, пусть и самую родную, брат.